Выявить опасную болезнь на ранней стадии. В Щелковском районном культурном комплексе прошла презентация проекта «Раннее выявление социально значимых заболеваний» в рамках проведенного профилактического осмотра непосредственно на предприятиях города Щелково. Инициаторами проекта стали Щелковская поликлиника номер 1 и районная стоматологическая поликлиника. Инициативу поддержало местное отделение партии «Единая Россия». В ближайшее время выездные бригады врачей-специалистов, оснащенные всем необходимым оборудованием, начнут диспансеризацию сотрудников щелковских предприятий. Особое внимание будет уделяться профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Показатель заболеваемости злокачественного образования населения России увеличился в последние 10 лет практически на 19%. И именно проведение профосмотра в 2015 году в России позволило диагностировать пятую часть первовыявленных злокачественных новообразований.